Здравствуйте, дорогие друзья! С вами интернет-канал Максимады. И сегодня мы продолжаем рубрику «Моды на игру ГДЦ», которые присылают подписчики или просто гости канала. И это не просто мод. Сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Neighbors from Hell 2D Adventure. Это не просто мод, это именно своя собственная игра, можно сказать. Прислал ее мне и создал вроде бы тоже YT Alex EM. Такой вот у него ник. Игрушка сыроватая. Видите, даже что-то пошло не так, перевернулось. Или это так должно быть? Так, мини-игры, возможно, будут потом. Типа достижения подсказки будут, возможно, потом. Можно нажать Escape и сразу же выйти из игры. Настройки. Настройки не работают. Дополнительно, что у нас здесь? Следующее обновление, когда выйдет, неизвестно, ведь автору этой игры нужно еще и делами своими заниматься, такими как мультсериалы делать и учиться. Особая благодарность, особое приглашение. Эндрю Сэм. Регулярно смотрю, с ноября подписался. Желаю старому, к старому или новому году 500 подписчиков. А, этот мод еще до нового... Эта игра до нового года еще была сделана. Канал Максимадзе, это я. Старается над видео. Спасибо за то, что научил играть в «Как достать соседа» консольную версию на ПК. Но я не играю, очень лагает. Сочувствую. Желаю к новому году 1000 подписчиков. Желание сбылось. Огромное спасибо. Это у нас Макс 10, по-моему. Спасибо за загрузку саундтреков из игр «Как достать соседа». Ну и, конечно же, мой друг и технический тестер игры. Да, какой-то, блин. Что это значит? Однажды я был в парикмахерской, за столом или за потолком делали ремонт, было шумно. Женщина сказала, как когда достать соседа. Ответила она. Вот такой прикол. Да, точно. Вот эта кнопка почему-то не хочет работать. А, во, правой кнопкой нажал, заработал. Так, ну, начинаем новую игру. Что у нас здесь? Звуки, конечно, немножко противные, но... Ладно уж. Вудика МСБК приветствуем после двухлетнего перерыва. А камера загораживает, но я считаю... Вуди предстоит вернуться в шоу, и соседу тоже. Вам нужно обязательно читать, что скажет режиссер. Вы же фанат соседей из ад. Вы ведь обучение проходите? Да, конечно. Так, а почему курсор вниз не идет? А, тут кнопки написаны. Правой кнопкой мыши запустить уровень. Ну, погнали. А чё, ну и? А. Ох, ё-моё, сколько лет меня не было здесь. Ну, то есть... Всех приветствуем на шоу «Соседи сзада» после двухлетнего отпуска. Ну, хорошо, нужно подготовиться. Ну, заходи, Вуди. Вот так. Ох, какая музыка. Итак, автор... Был занятой, поэтому я буду читать... А, блин, поднимитесь на второй этаж. И как это... Давай, как это сделать? Так, ну можно правой кнопкой ходить вот так, я понял. Может туда пойти? А. Чтобы Вуди... Сказал информацию о предмете, подойдите к нему, используя клавишу VSD. Теперь идите к следующей комнате. Понятно. Спрайты пока кривоватый, но надеюсь, это пока. Окей. Найдите предмет и маркер. Ну вот он. И как. И что сделать надо? Правой кнопкой нажать. А что все залагало-то? Ну, я нажал. А что делать-то надо?
А как и как выйти из мини-игры-то, блин? А, вот. Я вышел из уровня. Сейчас попробуем еще раз. А, стрелками можно управлять. Только что-то не очень-то это помогает, я смотрю. А, вот сейчас сработает. Что-то изначально не работало. Что-то немножко корявое управление здесь, я хочу вам сказать. Ссылочка на эту игру будет в описании, конечно же. Колесико мыши, господи. Вот так, что ли? Отлично. Теперь... Понятно, блин. Иди давай, что ты... Ты что застрял, что ли? Иди давай, блин. Давай, иди. Ну, я подошел, и что делать надо? Правой кнопкой нажать. А, вот оно что. Отлично, право. Нажать надо колесико мыши. Подойти к флагу. А где у нас флаг находится? Да блин, да не за... Да не за... Что ты застрял-то опять? Иди давай. Ну вот и все. Такой вот уровень получился. Посмотрим второй. Neighbors back from hell, вроде бы там написано. Возвращаться всегда тяжело. С мягким знаком надо было писать. Как говорили, утро всегда тяжелое. Тяжелое написано. Ну, день-то будет нормальный. Вы также можете управлять левой и правой кнопкой мыши, но тогда персонаж будет криво перемещаться. Вон, но мы уже так делали, давайте. 6 пакостей, обалдеть. Ну ладно, давайте попробуем. Сейчас в доме сосед, вы можете проследить за действиями и сразу же начинать. Дверь открывается, когда наберете 75% и больше. О, он сам взял предметы. Блин, не застревай, пожалуйста. Обалдеть. Ничего себе, бля. Надо было сваливать, да? Понятно, я шиф сейчас нажал, чтобы выйти. Ну же, чё ты застрял-то опять, блин? Я застрял, не могу вылезти. Так. Блин, а как камеру отворачивать? Тут вообще камеру можно отворачивать, нет? Ой, он идет сюда. Бежим отсюда нафиг. Так, как применить его? Беги, беги, я опять застрял. Да, игра сыроватая. Сделать что-то реально тяжело. Да блин, опять ты застреваешь. Иди давай через дверь. Так вот... Да, блин. Сосед идет сюда, и я не могу выбраться, я опять застрял. Минутку, а куда предметы-то исчезли? А, вот. Лучше это положить в другом месте. А куда ты пошел-то, блин? Да иди ты, опять застрял. Да, Вуди регулярно застревает где-то. Так. Ладно, ну давайте еще одну попытку. Если не получится, то все, ну нафиг. Сыроватая игрушка. Сделать что-то реально сложно. Беги отсюда нафиг, давай.
Иди давай. Опять застрял. Так, вот так применить. А чё, она не работает? Я нажимаю, она не работает. А, я опять застрял и не могу вылезти. Ну, я застрял. Ну, я выбраться не мог, я опять застрял. Короче, ну нафиг, давайте следующий уровень. Один эффект — это не ремей, не ремикс. В этом уровне вы научитесь проходить мимо животных, подбирать предметы, которые находятся высоко, следить за соседом. Ну, погнали. Так, понятно. Это обучение еще одно. Чё ты застрял-то? Куда, блин? Ты случайно shift нажал. Сосед сидит со спущенными штанами и трусами в кресле. Вот это фокус. Вот это прикол, надо было сказать. Да блин, да подойди ты к холодильнику-то ближе. А, прыгать вам нужно. В смысле, это все, что ли? Да ладно, что, серьезно? Опять застрял и не могу вылезти. А чё ты застрял? Ну-ка, если... Да блин, иди давай. В смысле, за... А чё, а, так я не могу закончить уровень. О, ванна есть. Да куда ты? Так, ну здесь ничего нет. Ну, давайте к соседу тогда пойдем. Туда, наверх. Сосед со спущенными штанами слушает музыку, читает газету. Вот это фокус. Бонусный уровень номер один. Успейте собрать все монеты и кристаллы за время. О, давайте попробуем. А чё я не могу взять монетку? А, вот могу. О, музыка, кстати, из саундтрека. Ну, не саундтрека, а песни, сделанные к игре Hello Neighbor, блин. Твою ж налево, опять ты застрял. Блин, еще и собака не дает мне вылезти. 64 секунды. Опять застрял, вылезти не могу. И как вылезти? Влазь, давай, блин. Да, блин. Я застрял, я вылезти не могу вообще никаким способом. Сыроватая игрушка. Так, ну и последний уровень. Конец пролога, не нужно, смотри. Ну, сам Джо здесь есть. Да иди ты, чё ты опять застрял-то, бля? Да блин, я хочу к Джо подойти, а вы мне не даете. Я знаю, ты закончил учиться в колледже, и тебе было сложно. Ха-ха, вот это анимация. Но теперь ты закончил учиться и также завершил вступительные ролики. Поздравляю, вы закончили обучающий уровень, а Вуди закончил учиться в колледже. Понятно. Ну что ж, как бы мне оценить мод? Мод
сыроватый, поэтому я ему поставлю минус. Надеюсь, что автор постарается очень сильно. Игра интересная могла бы быть, если бы не было бы столько багов. Игра вот эту собирать там монетки, вот так вот управлять. Автор молодец, он вроде бы старался, неплохо, все такое. Я горжусь им, что он умеет заниматься такими вещами. Но пока что, эта игра, где на каждом уровне половину уровня Вуди проваливается в текстуры, а вторую половину пытается из них выбраться. Надеюсь, это временно. Очень надеюсь, что автор сделает когда-нибудь полную версию, где не будет таких ужасных проблем и все такое. Ну что ж, ссылочку на эту игру я оставлю в описании. А пока что... кстати говоря, автор, если ты будешь обновлять игру, обязательно присылай. Ну что ж, на этом мы закончим эту серию. С вас лайкосы, подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Я там часто выкладываю интересные события. Подписывайтесь также на этот канал, ставьте колокольчик и так далее. Всем пока!